А мы, как и обещали вам, говорим теперь про то, как из собственного урожая, или собственного урожая, правильнее, превратить в настоящее искусство. И смотреть это не на тяжелый труд, да? А не, ну вот рецепты это тоже, в какой, это тоже искусство, да? Превратить по хорошему рецепту в хорошее блюдо вкусное. Это тоже искусство. Но здесь эстетики там меньше, там больше все-таки гастрономического. Здесь художественное, прям настоящее искусство, друзья. Сегодня будем разбираться с таким направлением, как карвинг, и нам в этом будет помогать Юлия Никитина, мастер по карвингу, или правильно, карвер, сказано, да, как мы уже выяснили. Юль, доброе утро. Доброе утро. Наверное, в первую очередь вопрос вообще, в принципе, какие овощи, фрукты, вообще какой должен быть урожай, подходящий для карвинга? Практически любой. То есть? Прям от перца, морковки, огурца. До тыквы, арбуз, дыня, то есть что вот такое. Ну, то есть все, что имеет относительно плотную кожуру, да? На помидоре, наверное, почему? Помидор можно, тоже, да? Можно. Киви. Ну, виноград даже можно вырезать. Даже виноград? Я предлагаю нам, знаете, параллельно нашей беседе начать уже пытаться что-то делать, по крайней мере. Творить? Да, творить. Наташа будет... Что будет проще? На чем будет рисовать, скажем так? Попробуем на огурце лилию на... сделать. Угу. Огурце лилию. Вот так вот, друзья. Достаточно необычное. Это звучит, на самом деле, слишком амбициозно для моих способностей. Но я думаю, Ты зря так говоришь. Под руководством профессионала я, да, попробую вам что-то так изобразить. Так, я отрежу сначала. Угу. А вот как вообще создается идея? Ну вот когда вы... Да, например, придумали, да, какой-то вот рисунок, какую-то зарисовку. Вы как? Вы сначала рисуете ее на бумаге. Бывает и так. Бывает, то есть потом как-то сравниваете с ней. Бывает, там, что просто в голове приходит и уже начинаю сразу делать. На чистую, как говорится, да? Так, начинаем делать. Руководите процессом. Что нужно делать, Наташа? И как ручку держим. И ведем, только не сильно заглубляя. Я так понимаю, его нужно вот так перевернуть, почему? Да? Почему? Нет, все правильно. Ну с моей стороны. То есть берете срезом к себе. И вот по... Вот так? Да, можно повыше чуть-чуть. Прям, да, вот отсюда. Вот. И не сильно заглубляя. По поверхности стараюсь. Аккуратно. Он что-то мне туда все равно уходит. Нормально. Ножичек. Потихонечку. И так нужно обработать всю поверхность. Ох, вот это нелегкое дело. Мне кажется, в карвинге могут тренироваться хирурги, потому что нужно... Я только хотела сказать, или наоборот. Миллиметраж, тут очень аккуратно, вот потихонечку кожурку так прям снимать, по чуть-чуть. Ну это я потихонечку, потому что у меня рука не набита, естественно. А у Юли-то он сейчас в два счета, а полосочки куда? Срезать? Нет. Ничего страшного. Давайте еще. Я отрезала полосочку. Ну ладно. Ну это рядом. Давайте сделаем. Что, гулять вкуснее? Ну как гулять, кожурка от него. Не дорезать. Юль, а скажите, пожалуйста, вот пока Наташа пытается лилию сотворить на своем огурце, вот вы, когда, например, смотрите, да, вот купили продукты, да, или, например, на той же даче собрали урожай. Вы сначала смотрите на то, это как на полотно или на все-таки как на продукт, который можно просто поесть? Сейчас, наверное, уже как на продукт, а раньше вообще у меня все было. Все, что мне попадалось в руки. Ну, то есть там, например, пошли в магазин покупать морковку и такие, в принципе, подойдет, да, из нее там можно сделать вот это. А сейчас там, типа, сначала приготовлю, что останется, из того буду вырезать, да? Маленько застряла. Это я потому что... Мне кажется, у тебя получается просто рифленый огурец. Ну, возможно. Ну, все, до конца прям не надо. А вот, кстати... А вот карвер, он, прости, пожалуйста, он должен уметь рисовать? Или он все-таки должен владеть хорошо искусством, ну, вот, шеф-повара? То есть, к чему это ближе? У карвера должно быть мышление пространственное, во-первых, потому что ты должен понимать, какой у тебя будет срез, особенно когда ты делаешь какую-то фигуру создаешь, вот на тыкве, либо на арбузе. Угу. Ну, вот здесь. Какое-то, конечно, художественное... чувство должно быть, то есть эстетики, красоты, какое-то сочетание цветов. То есть, если так вот говорить, по сути, вы больше не художник, а больше скульптор. Да.
Получается, что сразу в 3D нужно потому мыслить. Потому что есть прям скульптурная, да, резьба, то есть вырезать там рыбу из моркови. Либо... Я так хорошо начинала, знаете, у меня были вот, смотрите, аккуратные такие начала, длинный такой срез. А это вот что это? Мне просто интересно, как быстро Юлия сделает обещанную лилию, да, мы делаем? Да, да, да. Вот, еще причем отвлекаясь на наши вопросы, заметь, Наташа, заметь. А вот, кстати, я вот сейчас в руках тыкву держу, а если вот так вот, например, да, сделать какой-то рисунок, да, вырезы, вот, и запечь, то есть можно запекать? Можно. На тыкве останется, да. А на каких, например, овощах можно вот так, ну, чтобы рисунок уйдет, сделать рисунок, потом запечь и это подать на стол очень-очень красиво? На кабачке останется. Кабачок. Или даже лучше, наверное, на цукини. Потому что цукини поплотнее немного, чем кабачок. На картофеле. То есть его просто запечь, его, да? Его можно даже во фритюре, там розу из него вырезать, пожарить во фритюре, будет жареная фритюрная роза. Обалдеть. А вот скажите, к услугам карвера, кто в основном обращается? Вот были ли такие люди, которые хотели, не знаю, там на тыкве написать «выходи за меня»? И в ресторане, допустим, ну почему бы и нет на самом деле? На арбузе делали предложение руки. Да? Делали? Да. Мне кажется, если бы предложение делали на тыкве, оно бы действовало только до 12 ночи. Да-да-да, срок предложения ограничен был бы. Смотрите, что у меня получилось, ерундистик. Пальма? Пальма. Пальма, пальма. Ты хотела сделать лилию, у тебя получилась пальма. А если перевернуть вот так, это будет ананас. Ну, типа, ну, поняли, да? Да. Нет, это будет огурец. А, вот как. Подождите, почему у меня так не получилось? Надо попробовать еще раз. Надо все-таки поглубже. Ну, не сильно, то есть вот она. А, так это надо еще... Ничего я не поняла. Юля. Я пока тут увлеклась, мы болтали, и я не заметила, как мы пропустили какой-то этап, мне кажется. Да? Так, Наташа пробует снова. Я еще один вопрос уже... Получается, да-да-да, поглубже надо, ну, как наоборот. Я слишком, вы у меня, сильно, видите, да, шкурочка. Вот, ну вот это еще нормально было. Угу. И вот у вас они такие, почему похожи на лилии-то? Потому что срезы... Ну, срез нажат, нож специально. Надо полностью, да, по ширине? Я же говорю, пальму сделала какую-то. Юля, а сколько уходит времени примерно на изготовление вот одного такого шедевра? Все, я так понимаю, зависит от сложности. Да, зависит от сложности. То есть портретная резьба, допустим, я вырезаю портреты на арбузах, от 2 часов от начинания и уже более. Также композиции какие-то тоже. То есть в среднем, ну, 3 часа точно. А это зависит от овоща, ну, то есть от его плотности? Да. Бывают тыквы такие очень сильно с кожурой плотной и тяжело резать, и это, естественно, занимает дольше времени. А вот самый быстрый рисунок, который вы сделали, это за сколько по времени? Рисунок именно? Ну, вот, да, вот именно. На яблоке минут за 30. А что это было? А была новогодняя тематика такая. Елочка. У меня что-то случилось. Зависло резание. Зависло резание, серьезно, да. Я не знаю, я что-то изображаю. В общем, я бы, наверное, перевела не одну сотню помидор и огурцов, чтобы нарисовать что-то. Один из последних вопросов, который хочу вам задать. Вообще, что, в принципе, карвинг дает, помимо эстетического наслаждения, что мы вот из овощей и фруктов можем сделать такую красоту? Что дает? Ну вот, практически для человека. Это развитие мелкой моторики. Ну, мышление это, да, хорошее. Ну, во-первых, вы украшаете свой стол. То есть даже если хозяйка будет уметь красиво порезать какую-то нарезку, даже элементарную, то гости будут очень рады, видя на столе красоту. Вот красота, смотри. В общем, друзья... Это вот и жалко ее подобие, просто сравните, просто, что получилось, что получилось у Юли, Вот, а у Юли уже цветочек. Оп. Да, а и что получилось у меня? Ну, у меня, понятно, что это недоделанная работа. Сейчас доделаем. Да, действительно. Друзья, Наташа будет дальше осваивать карвинг под чутким руководством Юлии. Ну, а в принципе, мы ее благодарим за то, что она нас с этим направляет.
направлением творчества познакомила, и теперь вы, когда соберете свой урожай на даче, ну или хотя бы как минимум пойдете в супермаркет, задумаетесь, возможно, сегодня вечером у вас на столе будет какой-нибудь такой уже художественный шедевр. Да. Мастер по карвингу Юлия Никитина сегодня присутствовала в нашей студии. Юля, спасибо вам большое. И вам спасибо. Мы двигаемся дальше, друзья. Впереди у нас блок рекламы, после чего увидим гороскоп.